В ночь на субботу произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщает областное управление МВД, в Верховашском районе мужчина 72-го года рождения на «Шевроле Авео» врезался во встречный «Валдай», которым управлял мужчина 85-го года рождения. Водитель «Шевроле» погиб на месте, его пассажирка 76-го года рождения, водитель второго авто попали в больницу. Стая кабанов попала под машину. Авария произошла 9 сентября поздно вечером на 7-м километре автодороги Череповец-Белозерск. Как сообщает ГИБДД Череповецкого района, житель Бабаевского района 89-го года рождения за рулем автомобиля «Опель» сбил стаю кабанов, которые внезапно выбежали на проезжую часть. После столкновения машина вылетела в кювет. Автомобиль получил повреждения, несколько кабанов погибли. Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Череповце, как сообщает ГИБДД города. 10 сентября в 2 часа ночи у дома 142 на улице Ленина наряд ДПС пытался остановить «Ладу» 10-й модели. Водитель скрылся. В ходе погони машину задержали. За рулем оказался несовершеннолетний 2002 года рождения, учащийся одного из профессиональных учебных заведений города. От молодого человека исходил запах алкоголя. Алкотестер подтвердил подозрение. Лось преградил дорогу Kia Rio. ДТП произошло вечером 11 числа на 194-м километре трассы Вологда-Новая Ладога. По данным районного отдела ГИБДД, череповчанин 79-го года рождения за рулем иномарки сбил животное, после чего автомобиль съехал в придорожный кювет. В результате ДТП травмы получили водитель, а также 4 пассажира – женщина 80-го года рождения, девочки 2005 и 2015 годов рождения, а также мальчик 13-го года рождения. Последнего пришлось госпитализировать.